Две недели мы наслаждались Олимпийскими играми. Наслаждались, сидя в креслах, приникнув к голубым экранам. Редкие счастливцы побывали на другом конце света и увидели все своими глазами. И еще меньше людей удостоились чести выступать на играх «Миллениума». Карельский спорт представлял легкоатлет Александр Смирнов. Боролся он в составе российской команды в эстафете 4 по 100 метров. Противостояли нашим спринтерам маститые и знаменитые заокеанские профессионалы. Но при ближайшем рассмотрении всякие Грины и Льюисы оказались почти как живые. Грин, я же говорил, что он кажется по телевизору больше, а так он вообще как я. Все параметры, вот сколько, 75 килограмм весит, ростом, даже, по-моему, на пару сантиметров пониже, чем я. Ну, только обычные. К сожалению, показать все, на что они способны, россиянам не удалось. В очередной раз функционеры напутали, и с их помощью последний предстартовый сбор был испорчен. Мы сами себе ставили, мы хотели, ну, попасть в финал. Ну вот, это, ну, думали там, попадем в финал, будем не последними. Но спортивные результаты, как завещал отец-основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен, не главное. Главное участие, и с ним согласны тысячи физкультурников во всем мире.